and get what you need. Вечером 18 апреля начался онлайн-концерт «Единый мир. Дома вместе» в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Концерт организован благотворительной организацией Global Citizen и Всемирной организацией здравоохранения. And I'll be your friend. I'll help you carry on. Look inside your heart, I'll look inside my. Концерт состоит из двух частей. Первая завершилась в 1:00 ночи 19 апреля по ташкентскому времени. Вторая начнется сразу после нее и продлится еще 2 часа. В концерте принимают участие известные артисты Леди Гага, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Killers, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг, Эдди Веддер и десятки других исполнителей. Ведущими шоу стали Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер. Примечательно, что собранные средства будут потрачены на средства индивидуальной защиты для медицинских работников по всему миру.